Скажите, пожалуйста, что для вас лично коррупция? Что означает это слово? Коррупция. Коррупция, да. Это, наверное, сращивание власти и капитала. Подкупность. Человек подверженный, как бы это сказать, решение каких-то проблем за счет денег. Воровство. Продажа общества. Не имею понятия вообще, что такое. Меня никогда никто не коррумпировал. По-моему, коррупция непосредственно связана с властью. Это несовместимо. Власть должна быть властью, а коррупция должна быть, ну, хотя бы на минимум сведена. Или, во всяком случае, ну, уничтожена, может быть, так и нельзя сказать. Ну, изолирована, блокирована, должна быть под контролем. Ну, а другого ничего не будет. Власть должна быть чистой властью. Вчера заседание Верховного Совета началось с того, что почтили память депутата Щербаня, который был зверски расстрелян в Днепропетровске. Да, слышал. Как вы к этому относитесь? Пути Господни несповедимы. Мы не знаем всех тонкостей, из-за чего и как. А судить по телевидению, извините, сейчас средства массовой информации порой, извините, преподносят то, что хотят преподнести. Отрицательно крайне. Расстреливать никого нельзя. Щербань вообще-то известный человек. Он и достаточно известный как коммерсант, бизнесмен. Но это, наверное, что-то оттуда связано. Как депутата я не думаю, что к нему могли что-то такое применить. Все, вот это и есть, как говорится, плоды коррупции. Пожинаем. То, что идут такие разборки, значит, что-то происходит в государстве. Ну, конечно, это ужасно. Преступность сейчас очень разгулялась, и отрицательно мы относимся к этому. Чтобы надо правительство, чтобы принимало меры какие-то. Естественно, отрицательно. Как же? Как так можно относиться, когда человек средь бела дня убивает? Естественно, кто бы он ни был. Причем это не зависит от наличия корочек у него депутатских. Депутаты. Нас что-то мало волнует, когда убивают обычного смертного средь бела дня, а когда депутата ЧП. Нет разницы между человеком-депутатом и человеком-недепутатом. Ведь мы все замечаем тьма убийств, которые это заметили только того, который виден, а не заметили многих же тех, которые умирают от голода, которые убивают, которые цены. Ну, это, конечно, я совсем не одобряю, так как я считаю, эти люди должны быть защищены больше всего. И мы должны быть защищены, простые граждане нашей страны. Но эти люди должны быть больше всего защищены, так как они представляют наши интересы.